День сегодня у нас яркий, солнечный. И когда есть минутка для того, чтобы расслабиться, мы с друзьями приезжаем в такое дивное, чудное место. Сейчас пойду занырну. Надеюсь, вода будет теплая. Так что, друзья, работа работой. Но иногда надо немножечко побыть наедине с природой, со своими мыслями. И вот такая красота есть у нас прям рядом. От Кызыла буквально 20 километров. Кто хочет романтики, вот такой вот телескоп, чтобы смотреть в звездное небо. Да, хорошо, ляпота. Ой, пойду сейчас искупнусь. Кстати, вечером, наверное, мы с ребятами в купель полезем, а вот банька. А я пойду вон туда, посмотрю, теплая или холодная вода. Да, друзья, не в Швейцарии, а в Туве. Здесь и отдыхаем. Вот в таком классном, благоустроенном домике. Круто. Ладно, пойду я в сторону водички. Кого-то он мне напоминает, но не могу вспомнить кого. По-любому сегодня мы здесь попаримся. Вот, с пацанами сейчас мы водичку организуем. Все вообще пучком будет. Зарядку я забыл. Вот как, знаете, купе поезда. Как вагон поезда, да? Интересно так. Ох, какой. Земля-то горяченькая. Ух, нагрелась землица. Привет, дорогой, здравствуй. Как твои дела? Нормально все? Красавчик, ну все, вода теплая? Ну хорошо, ладно, ладно, пойду попробую водичку. Ну что, кто говорит, что Кахем холодный в это время года? Я думаю, нет. Смотрите, как вот так орлан, настоящий дельфин. Вот так и плавает, вот она туда идет. Короче, я с телефоном, это опасный трюк. Короче, здесь камешки в перемешку с... Глина, да, или что это? Ну, и ил, есть ил. И ил, есть, короче, вот такие водоросли. Вот, мы с Орланом уже давно здесь двигаемся, на самом деле. Вода вообще теплая. Мы вас немножечко обманули. Орлан говорит, что вода теплая. Сейчас попробуем. Ну что же, вот, мы с Орланом вместе, и вот водичка, видите, теплая, нормальная. Сейчас, давай, на счет раз, два, три, ныряем. Раз, два, три. Пучком, бодрячком. Вот смотрите, вода, огонь, все топ. Просто что да, вот дно такое, оно все из водорослей. Кстати, хорошая идея кому-то для начала своего бизнеса. Смотрите, водоросли, Кахема, натуральный продукт. Можно, мне кажется, сделать с маслом или иными пряностями, там, я не знаю. Мне кажется, тема зайдет. Натуральный продукт. Вот смотрите, отошел, наверное, метров сколько я уже отошел? Да. Глубина какая, вот чтобы видели. 10. Вот 10 метров, смотри. Ой, уа. Вот уже я по шею, вот это получается Кахем. Вон Сергеич двигается. Вот. Так что вот как-то так. Кстати, я почему-то думал, что вода будет сильно холодная. На самом деле, поначалу, когда заходишь, кажется, что ой, какая она холодная, а потом ты привыкаешь, вообще просто пушка. Поэтому вот как-то так. Ну что же, как я вам и говорил, надо в баньку. Ну что же, дорогие друзья, как я вам и обещал, вот у нас банька. Температура, я не знаю, под градусов, наверное. Ну, короче, жестко, нормально. Черт. Ой, что-то я вообще не взял. Короче, помимо того, что сейчас лето, и у нас так в Туве жара, но нам же этого мало. Нам нужна нормальная баня, после которой бегом просто мы бежим в Кахем. И начинаем КВН. Ну что же,
Жестко, конечно, нормально. Жалко, веничков нет. Но веник мы привезем в следующий раз стопудово. В следующий раз обязательно. Да, поэтому, кто любит баньки, это место точно для вас. Я вот уже сижу, у меня уши ждет. Все, короче, говорить не могу. Вырубай камеру. Я могу сказать, у меня даже голос пропал. Ребята, я просто чуть коней не двинул в бане. Какая жара. Что вы думаете, я сейчас буду делать? Правильно. Я иду купаться. Первый пошел. Вода тема. Ребята, Сергеечка, еще позагорели, чем я. Ну-ка рядом встань. Видите? Не сравнится, Тельманыч, не сравнится. Да, просто топ, блин, это... Люди в Дубай ездят вот так вот, чтобы загар получить, видишь? Просто кайф! Огонь, пацаны. Так что, баня это всегда полезно для здоровья. И вот рядом у нас, рядом с Кызылом. Сколько километров отсюда, 20? 30. 31-30 километров, и вы вот здесь... Нереально. Вот Кахем речка, смотрите. Все по кайфу, вообще четко. Так что добро пожаловать. Кахемский Кажун. Речка Кахем. Малый Енисей. Малый Енисей. Вот такая глубина. Вон, видите, там кит плывет. Ну, вода, так скажу, к вечеру чуть-чуть холоднее стало, да? Нормально так, эффективно. Вот. Чё? Вот, ребята, вот такая вот Кахем. Кто, щука была? Ой, что-то меня уносит, у меня телефон в руках. Так что, ребят, плаваем в Туве, вообще пушка ночь. Я даже уже к этим водорослям привык, прикинь. Да, я вообще по барабану. Нормально. Мягенькая землица, конечно, илистая. Кое-где попадаются камни. Поэтому вот там такой бережок, сейчас я вам покажу. Вон, видите? Да, четко. Так что, я же говорю, что в Туве самые классные реки. Кто не был, много чего пропустил. Вот как-то так. Топовая банька, топовые условия. Все, что надо вот, для комфортного отдыха и даже больше этого, здесь ребята есть, в Кахемском Кажуне. Я хочу сказать, что вот ребята из Уранхай Тревел вообще молодцы, красавчики. Обязательно... Оставлю ссылочку в описании на их страницу. Я очень благодарен своим друзьям, что они меня сюда сегодня привезли и дали возможность окунуться в мир настоящего природного отдыха, совмещенного в том числе с очень такой, знаете, цивилизацией. Все такое новенькое, все такое классненькое. Поэтому, друзья, приглашаем вас сюда, буквально 20-30 километров от Кызыла. И все, можно отдыхать. Как-то там вот этот кемпинг, это топ. Класс.